Сегодня мы будем с вами говорить о состоянии природных экосистем в Центральной Азии и об их сохранности. Ну и, как сказал Булат, сейчас все должны заниматься, по-моему, проблемой экологии, потому что она выходит на первый план. Мы видим своими глазами, мы являемся свидетелями того, как меняется наш климат, как те прогнозы, которые, ну, ученых, которые нас предупреждали о том, что деятельность человека губит планету, и которым мы не очень доверили, эти прогнозы сбываются, и события эти даже опережают все эти прогнозы. И вот тревога за сохранность нашей планеты, за сохранение экосистем, она возрастает. Давайте поговорим о том, какими видятся основные проблемы в природных экосистемах по странам Центральной Азии нашим экспертам. Насколько хорошо граждане Центральной Азии проинформированы. Говорим о мерах, которые предпринимаются в наших странах, чтобы сохранить и не допустить полное уничтожение природы. И самое главное, что можно и что нужно делать в первую очередь для того, чтобы передать нашим детям, нашим потомкам здоровую систему, здоровую планету. Обо всем этом мы сегодня будем говорить с нашими уважаемыми экспертами, экологами, специалистами в области природоохраны из 4 стран Центральной Азии, которых я сейчас вам с удовольствием представлю. Из Казахстана с нами сегодня уже наш постоянный эксперт и партнер Булат Есекин, эксперт с огромным бэкграундом в области экополитики, водных ресурсов, устойчивого развития, ученый-эколог, член Бюро Европейского комитета по экологической политике ООН, Азиатско-Тихоокеанского совета по экологии и устойчивому развитию, Совета по устойчивому развитию Казахстана. Он активно участвует в создании национальной системы природоохраны. И Булат Есекин – специалист, обладающий огромным опытом и экспертизой в таких областях. И он также является международным консультантом во многих проектах международных институтов по вопросам управления водными ресурсами, изменения климата и зеленой экономики. Также из Казахстана с нами сегодня эксперт Арман Утепов, учредитель и руководитель общественного фонда Центр экосистемных решений «Экомин». С 2022 года он член специальной общественной комиссии Ассоциации экологических организаций Казахстана по проблеме градостроительного освоения территории озера Малый Талдыкуль в городе Астана, также эксперт с большим опытом работы. У него более 20 лет опыта работы как в государственных органах Республики Казахстан, так и он также работал в частных структурах, занимается образовательной, научной деятельностью и являлся экспертом в международных проектах по адаптации к изменению климата. И последние 7 лет он преподаватель в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. И с нами из Кыргызстана также я рада приветствовать Анну Кириленко. Она исполнительный директор экологического движения «Биом», председатель Совета глобальной лесной коалиции, член комиссии IUCN по экологическому праву. Анна несколько лет работала, была членом совета директоров GFC по Северной, Центральной Азии и Восточной Европе. Она является исполнителем, ну, как я уже сказала, директором группы «Экологическое движение «Биом» и широко признана ведущим экспертом в области экологической политики и права и центральной фигурой в экологическом и феминистском движении в Кыргызстане. Добро пожаловать, Анна. Из Таджикистана с нами также известный эколог Алихон Латифи. Он глава Ассоциации охотничьих хозяйств Таджикистана, и он также имеет большой опыт работы в системе природоохраны Таджикистана. Из Узбекистана сегодня с нами ведущий консультант Комитета Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан по вопросам развития Приоралья и экологии, заместитель председателя исполкома Центрального Кенгаша экологического движения Узбекистана с 2010 года. Сайдрасул Сангинов входит в состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Кабинете министров Республики Узбекистан, а также с 2018 года
По настоящее время он член Международной академии наук по экологии и безопасности Таджикистана. Добро пожаловать, уважаемые эксперты, и спасибо за Узбекистана только. приглашение. Я извиняюсь, Саид Расул, он в Узбекистане. О, сори, сори, да, наверное. Я очень много говорю, и вот, да, неправильно произнесла. Узбекистан, Спасибо, извините. что напомнили, что я в Узбекистане. Да, спасибо за то, что нашли время и присоединились к нашей дискуссии. Так, уважаемые эксперты, сегодня я пригласила вас сюда, чтобы поговорить о проблемах сохранения природных экосистем в Центральной Азии. За последние годы мы воочию наблюдаем, насколько меняются наши экосистемы. Это касается с водопользованием, деградацией земли, сохранением природного разнообразия и кучи других проблем. Ни для кого не секрет, что природные экосистемы Центральной Азии находятся далеко не в лучшем, уязвимом положении и деградируют от воздействия хозяйственной деятельности, от последствий глобальных изменений климата, чего-то еще. И давайте же послушаем наших экспертов, что именно происходит, в каком состоянии в настоящий момент находятся наши экосистемы. И чем грозит нам всем изменение этих экосистем? Пожалуйста, Булат, вам слово. Начинайте. Вы обещали нам, да, запустить вашу презентацию. Да, добрый день еще раз всем. Я вот открываю презентацию. У меня она уже как бы я несколько раз ее показывал и еще раз покажу ее. Значит, называется она у меня так, что восстановление природных естественных экосистем — это главная задача стран Центральной Азии, не только стран Центральной Азии, сейчас всего мирового сообщества и всех целей устойчивого развития, где эти цели отнесены там 13, 14, она сейчас по факту выходит на первый план, такие как изменение климата, проявление последствий как разрушение природных экосистем, потому что климат, мы сегодня весь упор делается на парниковые газы, на выбросы, но все время забывают ту основу, которая поддерживает климат, это основа устойчивости климата, конечно, природные экосистемы, они уже сотни тысяч лет поддерживают стабильность климата на планете. У нас средняя температура сохраняется одинаково на протяжении десятков тысяч лет, поддерживают плодородие земель, циркуляцию воды и многие другие процессы, незаменимые технологиями для жизни человечества. И вот здесь вот ссылка на то обращение, которое мы делали вместе с рядом многих НПО из многих стран, остановить разрушение экосистем. Вот Анна в этом деле участвовала и многие другие. Но вот есть тревожный фактор, что есть отчеты, которые показывают, что более 70% природных экосистем сегодня уже находится в нарушенном состоянии, и оно продолжается. То есть ненарушенные участки, о которых вот мы говорим, тропические леса и сибирские леса и так далее, они давно уже представляют собой не сплошные полосы, а фрагментированные острова. И вот эти вот рукотворные, значит, и все эти экспансия продолжается, и она говорит о том, что мы, значит, разрушаем вот те природные основы, которые поддерживала жизнь, плодородие, продовольствие, значит, здоровье человека и вообще все условия, физические, биологические условия, которые необходимы для жизни на Земле. Я вот тут показываю еще раз эту картинку. Райский осет, который кормил по всему Советскому Союзу. Это более 50 тысяч тонн в год. И то, что сегодня мы имеем, вот эта новая пустыня Ралкум размером со Швейцарию, она сегодня уже как бы это необратимый процесс. Мы пытаемся сегодня восстановить остаточные водоемы, такие как Северный Арал, другие водоемы, но в целом уже весь Арал восстановить невозможным. Поэтому вот те последствия, которые сегодня мы имеем, такие как вынос пыли токсичной со дна Аральского моря, который достигает, значит, ледников, понакрывает весь, значит, весь регион, они являются последствиями вот этих. Такая ситуация у нас в других экосистемах. Вот Каспийский регион, у нас там было 90 тысяч тонн, это примерно 10%, говорят, это черная икра, то есть главный производитель, поставщик черной икры, осетра, значит, не искусственных этих водоемов в бочках, а натуральный.
и обрушилась против нуля. Конечно, связано с сокращением разнообразия, загрязнением, другими процессами. И мы сегодня говорим о том, что такие же процессы идут на Балхаше, вот исследование Маккензи, который говорил, что уже к 30-му году мы потеряем озеро Балхаш, потому что, значит, я покажу, значит, вот что такое экосистема озера Балхаш. Это одна из крупнейших озерных экосистем на планете. Это она по территории более чем Великобритания, Дания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария вместе взятые. И, значит, она включает в себя очень богатые, значит, обилие природных экосистем, 12 типов экосистем, от ледников до пустынь. Значит, и мы вот это все богатство можем потерять, включая, значит, генетический материал, как бы материнская основа и для тюльпанов, и для яблонь. Более 6 тысяч сортов в мире яблонь. Были исследования, которые содержат различные наборы, значит, этих генов, и полный набор содержится только вот в этих яблони Сиверса, и тоже это сегодня под угрозой. Значит, то же самое касается абрикоса, животных и так далее. И новые факторы, такие как глобальные изменения климата, это вот прогноз был сделан более 15 лет назад, сегодня он гораздо, это считается уже оптимистичным, потому что таяние ледников, об этом говорят уже на самых высоких уровнях, оно ускоряется. И, конечно, это связано будет с рисками для водоснабжения. Последствия для климата, для стран Центральной Азии, почему, значит, они проявляются прежде всего через, конечно, для Центральной Азии, через водные ресурсы, потому что вода – это наиболее чувствительный элемент от изменения температуры. Передается это и на влажность почвы, на плодородие земель, на здоровье, на ЧС, на многие другие процессы. И вот это сокращение продовольствия, то есть продовольственный кризис и, значит, нехватка продовольствия, я думаю, это будет главный первый видимый политический фактор, который нас ждет уже в этом десятилетии. Ну и связанное с этим, это потеря рабочих мест, массовая миграция. О миграциях говорили сначала, скромно говорили, что это будут тысячи, теперь говорят миллионы уже на уровне президентов. И есть исследования, что будут миграции, хватит миллиарды человек, весь вот этот юг, арабские страны и так далее, это, значит, станут условия невыносимые для жизни. Конечно, это вирусы. Вирусы, которые, значит, находились в спящем состоянии, пока мы как бы не начали вот эту свою экспансию. И конфликты, политические конфликты, системы обрушения привычных нам систем жизнеобеспечения, которые не были спроектированы для вот этих растущих быстрых изменений. То есть обеспечение энергии, продовольствием, водой, теплом, электричеством и так далее. Причина этого кризиса тоже известна для экологов. Это, конечно, не выпуск парниковых газов, а то, что мы, значит, это один из факторов, а то, что наше потребление вышло за пределы дозволенных планетарных границ. Вот здесь зеленым. Вот это исследование было в 2009 году, и теми же институтами еще добавили сюда еще другие международные институты, как Потсдамский центр, Дрезденский институт. Они показали, что если у нас в 2009 было три нарушены из процессов, которые поддерживали жизнь на Земле, такие как климат, такие как водоворот воды, биосферные, значит, целостность и использование земель, то вот сегодня нарушено уже 7 границ. Причем мы все вышли за пределы. И эти пределы, значит, все международные организации, ученые пытаются давать какой-то пессимистический такой, вы знаете их подход, пессимистический какой-то, как бы такой сценарий, ну, взгляд, что еще все возможно, окно возможности еще не закрыто. Но многие эксперты, в том числе Деннис Медоуз, говорят, что это уже мы прошли точку невозврата, это уже необратимые процессы, и нам нужно забыть вообще во всех разговорах об устойчивом развитии, забыть о том, что мы можем вернуться в состояние, в котором мы привыкли жить, то есть изобилие. Нам нужно готовиться жить в условиях кризиса, в условиях вот этих нарушений всех. И в этом докладе «Пределы роста» Римского клуба в 1972 году, это уже прошло 50 лет, значит, его недавно проверили эти прогнозы по своим моделям уже международные консалтинг компании KPMG, они показали, что прогноз в точности сбывается. По прогнозу было, начиная с 2020 года, вот эти начинаются обвальные явления, связанные с водой, значит, кризисом энергии, продовольствия, загрязнением и так далее. И, конечно, в связи с этим
вот сохранение экологической устойчивости, то есть сохранение того, что еще возможно, то, что и поддерживает жизнь в новых условиях, оно является главной задачей всего человечества, независимо от того, благополучна ли страна или бедная, конфликтует она или дружно живет, бедные ли в ней, то есть больные ли люди или бедные, но сохранение фундамента вот этого многоэтажного дома человечества, который называется человечество, оно является главной задачей и, значит, всего человечества. И, конечно, наши все законодательства, нормативы, стандарты, экономические инструменты, такие как инвестиции, значит, субсидии, бюджетное финансирование, налоги, стандарты, СНИПы и так далее, они сегодня по-прежнему ориентируют человека на рост потребления. То есть они не изменились. Поэтому нам необходимо, вот я красный выделил, что законы природы – это основа жизни, а все законы человечества, они вторичны к ним. То есть мы должны переписать наши все законы, конституции, подчинить их природным законам, то, чего мы ранее не задумались, не знали. То есть мы все эти системы нашего управления, финансирование, международное, национальное финансирование, частное финансирование, оно строилось в расчете на то, что у нас нет пределов, все зависит только от инвестиций и от активности человечества. То есть мы должны все это дело серьезно пересмотреть. Вот. Поэтому остановить климатический коллапс, невозможность сокращения парниковых газов, нужно восстанавливать те экосистемы, которые еще остались. И эта задача, конечно, главная стран Центральной Азии. То есть мы должны восстанавливать природные экосистемы, которые поддерживают, еще сохраняют климат, 15, водоворот 30. И так далее. И то есть главная задача стран Центральной Азии, как по достижению целей устойчивого развития, как по Парижскому соглашению или по там, зеленой экономике, это восстановление экосистем. Экосистемы – это пойменные леса, водоемы, болота, горные экосистемы, водные экосистемы, то есть основа вообще для жизни. И, конечно, вот это восстановление должно вестись вместе с вовлечением людей, потому что люди и бизнес сегодня не вовлечены в эти программы. Все вот эти программы по ЦУРам, по климату, они сегодня как бы ведутся на правительственном уровне, они мало задевают людей, мало задевают реальную экономическую деятельность. Мы говорили часто, что вот у нас Балхаш под угрозой, значит, под угрозой катастрофы, но если и принимается какая-то программа правительственная, но что эта программа в одном министерстве, которая как бы десятки раз меньше вес имеет против экономических ведомств и против этих сотен тысяч миллионов людей, предприятий, бизнеса, которые ежедневно выходят на работу и продолжают свою разрушительную деятельность, то есть увеличивая производство продуктов питания, увеличивая производство энергии, как бы улучшая свои жизненные, жилищные условия и так далее. То есть нет никакой надежды, чтобы мы вот при сохранении вот этого существующего порядка за счет только экологических программ, деклараций, соглашений и парижских обязательств сможем остановить этот процесс. Поэтому это главная цель, и, значит, мы должны, конечно, вот эти все меры нужно делать сообща. То есть ясно, что вот наши экосистемы появляются, они как бы целостные, природные, живые, значит, организмы. Мы не можем делать вот эти все меры по сохранению экосистем, по изменению климата, по адаптации к изменению климата, по сохранению водных ресурсов, значит, снижению водного дефицита. Их просто не то, что неэффективно, невозможно делать в одиночку. В одиночку по ведомствам и в одиночку по странам. Поэтому региональная программа, которую сегодня ведет GIZ, инициировала, она является такой хорошей основой для того, чтобы мы создали региональную платформу для совместных действий. И это пока в этой программе вот этого акцента сильного нет, но я думаю, что потихоньку он должен быть дополнен, потому что невозможно бороться с ЧС или сохранять водные режимы, или бороться с дефицитом воды или загрязнением, если мы это делаем фрагментарно, отдельно и не согласовывая друг с другом. Поэтому вот эти программы FSI, MCUR, RPOSFOR и GIZ, они содержат такие направления все. Мы делали такой анализ, то есть как бы все эти направления есть, но там нет главного, там нет что именно, где и как, когда и как необходимо сохранять, восстанавливать. Например, какие пойменные леса, в каких местах, где это возможно еще сделать, или там какие водоемы остаточные, какие необходимы меры по восстановлению плодородия земель, как надо нам изменить структуру сельскохозяйственного производства, что делать с хлопком и рисом, который забирает большое количество воды. Вот эти все действия, они сегодня
обозначены только декларативно. То есть есть какие-то пилотные проекты, отдельные мероприятия, но в целом, если сложить вот эти все действия, которые предлагает ПБАМ-4 или РПОЗР, или другие программы, все, сложить все государственные программы стран Центральной Азии по экологии, устойчивому развитию, по целям устойчивого развития, по адаптации к изменению климата или по митигации, посмотрите на их, какой общий будет результат. Я думаю, что он будет мизерный. Измерьте это в количестве воды, которая дополнительно будет сохранена, или количество энергии, которую мы не будем забирать у природы. То есть я думаю, что вот эти вот индикаторы целевые, которые показывают, насколько вот эти действия эффективны, не в деньгах, не в мероприятиях, не в количестве там каких-то, значит, этих штрафов и так далее, а именно в физических единицах. Они, я думаю, что это изменение, оно является очень важным. И спасибо. Я вот приводил пример такой вот на примере Балхаша. То есть вот, чтобы сохранить озеро Балхаш, есть уже четкий индикатор, общий индикатор для всего бассейна Балхаш, включая сельское хозяйство его, там вот это водоем Кирис, или энергетика с их ГЭСами, Копчегайск и так далее, или восстановление Тигра, или сокращение промышленных загрязнений, или вот убрать расточительное водопользование в Алма-Ате, вот этот смог показан, или соглашение с Китаем. Только вместе, вот эти все вместе индикаторы, они могут дать 341 метр, это баланс между испарением и притоком воды, как условие для того, чтобы это озеро сохранялось. Как только начнется деградация этого озера, оно очень быстро, оно более уязвимо, чем Арал, потому что Арал был средней глубина 60 метров, у Балхаша это 3-6 метров, то вот деградация начнется, это живой организм, сейчас повторяю, как цирроз печени, он охватит всю эту экосистему, значит, пятая часть территории Казахстана, она будет, станет безжизненной. Поэтому здесь необходимо нам, я еще раз повторяю, что задача экологов, Министерства экологии, экологов, МКУР, ЮНЕП и международных организаций, это не то, что это пилотный проект, обязательства, а точные цели, включая индикаторы, проекты по восстановлению природы, контроль за их выполнением со стороны экономических программ. То есть экологи сегодня, МКУР, не выполняет свою роль. То есть вот эти цели за все 30 лет не поставлены. То есть что-то сохранять, как сохранять, когда сохранять, почему это важно. Это должны быть как бы такие пограничные границы, как для всех, для планетарной границы планеты Земля, выставлены для каждой экосистемы, где мы должны говорить, вот дальше за пределы этих границ экономическая деятельность невозможна. И, конечно, нужно принимать вот на уровне этих законов, которые сейчас принимаются. Значит, у вас одна минута. Да, по всему миру. Я заканчиваю здесь вот более детальные платформы. Поэтому здесь, то есть мы должны переходить вот нашего разделенного на границы, на национальные значит, барьеры, отраслевые барьеры и барьеры между секторами, переходить к совместному управлению с максимальным вовлечением людей, как главных заинтересованных лиц, хранителей территории, которые должны передать ее наследство своим детям. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Булат. Про территорию, ну, в общем, понятно вам. Я ссылку скину. Да, вот просят здесь поделиться презентацией. Ну, насколько это возможно, Булат потом... Я скину сейчас ее в чат. Да, у нас будет сессия вопросов и ответов. Пожалуйста, Анна, наверное, да, вот расскажите о том, какие проблемы есть. Да, спасибо большое. Я думаю, что я вот в продолжение тому, что сказал Булат, мне кажется, это очень важный топик, да, который он затронул. Я тоже хотела бы показать буквально... Пожалуйста, Анна, я перебью, пожалуйста, 10 минут. Да, это да, даже много. Каждый эксперт, да, 10 минут. Даже много, да. Я хотела бы просто проиллюстрировать тоже некоторые из тех моментов, которые как раз были показаны или сказаны Булатом. Ну вот обратите внимание... Ой, простите, пожалуйста. Вот обратите внимание на вот этот слайд, да, и это то, как это визуализировал Мирджапад Шукуров, да, вот наш центральноазиатский ученый, и он показывал, что да, зачастую, и это одна из главных сейчас проблем, потому что главная проблема у нас в голове, да, то есть когда мы говорим, вот, а какая проблема, да, то есть главная проблема в голове, когда мы с вами не понимаем, насколько ценны экосистемы, экосистемы Центральной Азии в частности, да, то есть нас пугают действительно парниковыми газами, говорят, что это фокус всего, но на самом деле это не совсем так, потому что именно естественные экосистемы способны поддерживать, и они это делали уже миллионы лет, состояние благоприятное для жизни на всей планете.
И вот обратите внимание, да, в 2020 году количество антропогенной массы, да, вот всей, оно превысило вес биомассы, то есть биомассы живой планеты. И это значит, что сегодня вот сокращение сферы жизни, сокращение фабрик жизни, которые каждый день, ежесекундно, да, обеспечивают нас кислородом, водой, почвой и так далее, да, они сокращаются вследствие того, что делаем мы. И это большая проблема, потому что мы должны понимать, а сколько экосистем, сколько территорий должно быть отдано живой природе. Да? И вот это важно понимать на уровне всех политик, всех уровней, начиная от международного и заканчивая локальными контекстами. Я тоже скину в чат ссылку на теорию биотической регуляции, которая очень детально буквально вот описывает, каким образом, да, и дает доказательства, каким образом работают естественные экосистемы в ежеминутном, ежесекундном, да, формате, да, как они поддерживают те климатические условия, в которых мы живем, как они затягивают воду в центр континента, потому что у нас действительно это вопрос воды будет, ну, один из самых краеугольных в контексте изменения климата. Но только вот нет лучшей технологии борьбы с изменением климата, чем сохранение естественных экосистем. И вот об этом, я думаю, что нам всем нужно не просто задуматься, да, но и взять это прежде всего вот себе на карандаш. Вот я хотела бы тоже представить, да, вот такой материал, это тоже Эмиль Джапар Чукуров, он показал количественно, да, вот просто это визуальная схема, каких экосистем у нас, собственно, сколько. И вы видите, что одни из самых продуктивных естественных экосистем, а это леса, да, занимают совсем небольшую территорию в странах Центральной Азии, хотя они вносят наибольший вклад. Это не говорит о том, что остальные экосистемы не вносят, но тем не менее. Вот для Кыргызстана Эмиль Джапарович, например, прописал 20 типов экосистем. И на сегодняшний день мы должны говорить о том, что у нас, к сожалению, половина – это минимум то, что мы потеряли. То есть, представляете, скорость и потери, да, которые на сегодняшний момент идут. Да, а вот эта картинка, да, которая показывает вот то, что красненьким, да, вот вы видите, да, зеленым и от нуля до и так далее, вот ноль – это минимальное антропогенное воздействие, да, а 100 – это максимальное антропогенное воздействие. Вот можно посмотреть на эту карту, а что происходит с Центральной Азией на сегодняшний день. Да, у нас еще сохранились экосистемы, но обратите внимание, какая вот сеть дорог и так далее. Да? То есть получается, что мы их фрагментируем, и это они и без того находятся в достаточно сложном состоянии, да, потому что часть из них высокогорная, часть пустынная и так далее. Но когда мы их фрагментируем, это ставит их на грань выживания. И поэтому для нас каждый элемент сохранившейся матрицы, да, естественной экосистемы, должен быть дороже золота, потому что они позволяют нам жить. Да? И вот то, что касается вашего вопроса, да, какие проблемы? Проблем, ну, вот мы не сможем охватить их ни в одном зуме. Но я хотела привести, вот, например, в качестве примера, да, тоже. Обратите внимание на вот эту картинку. Это орехоплодные леса Арсламбова. Вот с одной стороны, да, это выглядит достаточно красиво, да, то есть, ну, лес красивый и так далее. Но вот с экологической точки зрения, взгляд эколога, он скажет, что на этой картинке мы видим зону экологического бедствия. То есть лес говорит нам: я умираю. Как мы можем это увидеть? А мы видим, что подлеска, да, практически нет. То есть мы видим в основном крупные большие деревья. Да? И вот эта хозяйственная деятельность, которая ведется в том числе на уровне, ну, неверных установок, да, где-то, в том числе там, общинное ведение хозяйства, лесного хозяйства, когда забирается все, да, и там на подлеске растет картошка и так далее. То есть вроде у нас остаются замечательные большие деревья, но постепенно эта экосистема перестает быть экосистемой. Она превращается во что-то другое, и она постепенно деградирует и умирает. И вот таких вот вещей, ну, довольно много, к сожалению, мы видим их на каждом шагу. Опять же, Эмиль Джапарович Шукуров говорил, а как определить, как сказать, вот это экосистема, а это нет? Основным ядром экосистемы является размножающаяся популяция главного хищника.
И для, например, вот этого леса это рысь, да, и, соответственно, вот и территория экосистемы, мы только подходим к этому, коллеги, это крайне важный момент, да, чтобы понять, что такое экосистема. Потому что вот если я спрошу у вас, коллеги, как вы считаете, лес – это экосистема? Вы все, конечно, ответите, да, это экосистема. Но если мы посмотрим законодательство в лесные кодексы наших стран, вот центральноазиатских, то мы увидим, что в формулировках, которые интегрированы в законодательство, нигде лес не описывается как экосистема. И вот, кстати, вот этот анализ, он доступен, я тоже ссылку сейчас скину в чат, в аналитическом обзоре по сохранению биоразнообразия, который был подготовлен в рамках проекта ВИКОП. Тоже довольно большое количество интересных вещей там интегрировано. В том числе, например, вопросы, связанные с особо охраняемыми природными территориями, как они резко обрываются на границах наших стран. Но экосистема так не живет, она не может обрываться настолько резко, да, как идет граница. То есть вот это места наших потенциальных совместных работ, да, и очень серьезных, и глубоких. И вот опять же, любая экосистема, да, может переходить в менее плодородную, да, экосистему, в экосистему, которая дает меньше биотической массы, да, и дает меньше, вносит меньше вклад в биотическую регуляцию. Но самое страшное – это бедленды, территория которых растет у нас с каждым днем. Потому что вот эти экосистемы – это матрицы, которые крайне сложно устроены, и восстановить их очень сложно. Мы должны понимать, что наша первейшая задача сейчас сохранить вот те разрозненные матрицы, пусть они где-то какими-то небольшими элементами, да, вот встречаются в наших странах, но это наша, вот сегодня это крупицы, жемчужин, алмазов, да, которые гораздо ценнее, чем любые экономические вещи. И вот про это нам, мне кажется, важно начать думать, понимать. И еще я хотела отметить вот то, что сказал Булат, это то, что касается Римского клуба. Действительно, в прошлом году было 50-летие с момента публикации доклада «Пределы роста», и коллеги из Римского клуба подготовили целый ряд удивительных и очень умных, интересных лекций. Наша организация «Экологическое движение Биом» перевела эти лекции на русский язык, и теперь они доступны для нашего региона, ну вот в том числе. Я точно также скину в чат эти ссылки, я надеюсь, что они тоже позволят нам все вместе, ну, разделять вот это представление, да, и, может быть, более глубоко проникаться вот в те вопросы, которые сегодня являются, ну, на переднем уровне, так скажем, экологического и других кризисов. Спасибо большое. Спасибо большое вам, Анна. Давайте еще из Казахстана также Армана Утепова послушаем. Арман, вы... Да, как вы видите, что там у вас? Ну, Булат много что сказал. Давайте вас послушаем. Спасибо большое. Хотел бы прежде всего поблагодарить за приглашение принять участие в этой интересной дискуссии. На самом деле хотел бы раскрыть управленческие аспекты сохранения экосистем. Вот Булат говорил о том, что действительно в ЦУРах у нас сохранению экосистем уделено, значит, 14-15 цели. Это морские экосистемы, экосистемы наземные. На самом деле сохранение экосистем это гораздо шире, это уже давно вышло за пределы как бы озабоченности экологов, биологов, потому что это напрямую влияет на качество жизни населения. Вот. В этом аспекте вот, есть такое понятие «экосистемный подход», тоже в последнее время активно он развивается, что представляет собой, значит, такой целостный подход к управлению, который базируется прежде всего на научной информации, обеспечивает поддержание экосистем в устойчивом состоянии. Вот. Сегодня тематика у нас естественные экосистемы. И само по сути естественные экосистемы, они регулирование процессов, устойчивость, ну, поддерживается, да,
самостоятельно. Только вот негативное влияние человека, оно, значит, вносит вот такие непоправимые, так сказать, безвозвратные, да, изменения, с которыми сегодня надо бороться. Что говорить, допустим, в Казахстане, проблема действительно с состоянием экосистем большая. Это две трети, значит, земляного покрова, почвенного покрова деградировано. Это большие проблемы с лесными, значит, экосистемами, с экосистемами степными. Вот. Прежде всего связано это с антропогенным воздействием. Как говорится, нельзя сохранить то, что невозможно посчитать, поэтому есть такое понятие тоже, сейчас активно развивается, это вклад, оценивание вклада, значит, природы в жизнь человека. Это оценка экосистемных услуг. Вот, по данным вот 2014 года, вклад экосистем в поддержание жизни, в экономику, да, развитие, превышает 125 триллионов долларов. Что это означает? Состояние экосистем напрямую влияет на процессы, значит, регулирующие процессы. Это вот то, о чем сегодня говорили. Это, значит, способность, значит, земли впитывать влагу. Это фильтрация, это, значит, испарение, круговорот воды в природе. Это вклад, значит, культурный вклад. Это, значит, ну, связано с, так сказать, с какими-то культурными сопереживаниями, с психологическим здоровьем человека, эмоциональным состоянием. Уже оценили, допустим, что если у человека, значит, есть возможность общаться с природой, там, ну, выйдя из дома, да, будь это парк или сад, да, собственно, его производительность увеличивается на 35%. Вот чисто такие вот экономические вещи. Это вклад, значит, в среду обитания, это биоразнообразие, которое тоже у нас под угрозой. Если брать, например, водные ресурсы, ну вот в Центральной Азии, ну большая трагедия, это Арал, исчезло свыше десятка, значит, видов животных, растений, множество видов. И это напрямую влияет на здоровье человека. Это, значит, увеличение там 20 раз онкологических заболеваний, увеличение, значит, заболеваний дыхательных путей. Ну, в целом 70%, выяснено, что порядка 70% заболеваний связано именно с таким, с деградацией, да, этой экосистемы. Ну, лесные экосистемы тоже такая редкость у нас. В Казахстане, например, по официальным данным порядка 5%. Ну, вот, а по данным международных экспертов, да, не превышает 1,5-1,3%. Ну, вся проблема в системах мониторинга, учета. На самом деле мы тоже изучали этот вопрос, почему так. Мы говорим, что каждый год мы сажаем определенное количество, да, леса. И в таком статистическом, скажем так, этом увеличивается все это каждый год. И предполагаем, что уже должно быть превышать 5%, да, в то время как космические снимки, значит, результаты, значит, космического мониторинга говорят об обратном. С 2000 на протяжении последних 30 лет изменения, значит, изменений вообще нету. Вот. Что еще можно сказать? Так, ну, вообще, по сути, как я говорил, значит, экосистемные услуги, вклад, наиболее, значит, подвержены, да, уязвимы, это значит, социально уязвимые слои населения, это речь идет уже о справедливости распределения благ. Ну, взять, например, ту же самую, скажем так, Алмату, да, чем выше горам, значит, тем дороже недвижимость, вот, либо жилье, значит, которое расположено у побережья там реки Ишим, Исиль, в столице Казахстана,
тоже несопоставимо, значит, дороже с другими. Более того, сейчас вообще признаны такие подходы, основанные на природе. Вот я сейчас говорю об управленческой практике. Почему это, значит, выходит за границы, да, представителей естественных наук от сохранения экосистем? Потому что доступ, например, к чистой воде, он не должен определяться, значит, благосостоянием, да, человека. Вот. И, ну, что делается? Те меры, которые вот по сегодняшней тематике, те меры, которые предлагаются, давайте, допустим, в данном что случае... делаете, это у нас следующий блок. Сейчас вы озвучиваете только проблемы, которые есть. Спасибо большое вам, Арман. Да. Ситуация везде, наверное, тревожная. Тревога у меня не проходит. Спасибо большое. Потом мы еще дальше поговорим о том, что делается и какие меры необходимо предпринимать в первую очередь. Алихон, пожалуйста, вам слово. Расскажите, пожалуйста, о проблемах, которые существуют в экосистемах Таджикистана. Пожалуйста, вам слово. Алихон, включите, пожалуйста, микрофон. Да. Алихон, микрофон не включенный. Вот сейчас. Все, да, вроде все включено. Нормально, да? Идет звук. Да. Да. Да, спасибо. Извините, коллеги, ну, что-то он отключился. И, ну, я еще раз хотел бы всех поприветствовать, вот, поблагодарить за организацию подобной встречи. Презентации я не готовил. Я думаю, уже и Булат, и Аня сделали красивые, блестящие презентации. То есть, что касается проблем. Проблемы у нас... в Центральной Азии примерно одинаковые, общие. Вот. И связаны они, естественно, в одну из очередей с воздействием человека на окружающую среду и в какой-то степени, конечно, с теми процессами, которые идут в окружающей среде, возможно, и без нашего участия. Я бы хотел сразу... так отметить, что я не являюсь таким сторонником всех этих страшилок по изменению климата. Вот, я всегда говорю, было время, когда в реке Рейн плавали бегемоты, и для бегемотов глобальное потепление – это всего лишь возвращение к климатической норме, когда они опять снова смогут плавать в реке Рейн. Ну и, честно скажу, для человека, как для биологического вида, я особой опасности в этом ни в чем не вижу. Человечество как вид давным-давно адаптировалось к различным экологическим системам, к различным климатическим зонам. Прекрасно мы везде существуем, приспособились. Вот. И просто, конечно, это будет связано с политическими процессами, в том числе, которые отметил Булат. Это миграция, это перемещение огромных масс населения, это возможные проблемы с голодом, со слабым доступом к природным ресурсам и так далее, и так далее. Все эти проблемы, конечно же, существуют. Куда же от них деваться? Куда от них бечь? Ну и бечь, наверное, не надо, надо пытаться их решать. Вот Булат сказал, что можно создавать новые какие-то вот платформы, площадки, на которых можно было бы обсуждать эти темы. Я считаю это направление в данный момент уже достаточно бесперспективным, поскольку таких площадок создано в Центральной Азии достаточно большое количество. Вот, и МКУР, о котором Булат несколько раз говорил, и Международный фонд спасения Арала для Центральной Азии, это такая мощная площадка, который разрабатывал тот самый программы ПБАМ, о которых также Булат уже упоминал. Вот, и региональный экологический центр Центральной Азии, с которым я и Булат, и Саид Расул так или иначе были связаны давно и связаны и по сей день. Площадок много.
Площадок стало так много, что то, что говорится на одной площадке, благополучно не слышат на другой. Вот. И на многих площадках обсуждаются какие-то одни и те же проблемы, а на многих площадках не обсуждаются какие-то другие. И поэтому я пришел к выводу для себя, что нельзя быть сильным везде. Это невозможно. И надо попытаться быть сильным в каком-то одном месте. Наша ассоциация, которую я имею честь возглавлять, это Ассоциация охотников Таджикистана, мы являемся как раз такими вот прямыми природопользователями. Вот в чем заключается наша деятельность, я, наверное, уже в следующем блоке буду рассказывать, и к чему ведет наша деятельность. Просто я хочу сказать, что правильная постановка и природопользование – это является на сегодня одним из ключевых направлений в сохранении наших экосистем. Потому что просто окружить экосистемы забором и охранять их из-за забора мне представляется в наше время невозможным. В принципе, у меня по этому блоку все. Спасибо. Спасибо, Алихон. Я прошу Сайдрасула Сангинова рассказать о тех проблемах, которые наблюдаются в Узбекистане. Пожалуйста. Да, еще раз добрый день, коллеги. Ну, обо всех проблемах говорить долго, поскольку вы даете не больше 10 минут, я остановлюсь на паре проблем, может быть, третью затрону. Ну, все вы знаете и видели на карте много раз, Узбекистан расположен в самом центре Центральной Азии, и здесь, на территории нашей страны, есть практически все экосистемы, и высокогорные, и водные, и пустынные, в которых обитают 15 тысяч видов животных, 4,5 тысяч видов растений. Уже Арман упоминал об этом, и ранее об этом говорил Булат, что экосистема, одной из экосистем, по сути, крупнейшей экосистемой Центральной Азии является экосистема Аральского моря. Здесь проблем столько, что у нас и 10 совещаний таких, и встреч не хватит. Но вот я обозначу только некоторые цифры, чтобы не быть голословным. До 1964 года, как все знают, впрочем, здесь же эксперты собрались, в Аральском море впадали две реки, теперь впадает только Сырдарья. Амударья туда давно не доходит. Объем воды равнялся почти 70 тысяч кубокилометров. Площадь составляла больше 1000 квадратных километров. Всего 50 лет назад. Я еще и Булат, наверное, видели мы Аральское море, ну, хотя бы издалека. Я не купался в море, но на поезде, проезжая мимо Кызылорды и Арайска, видел это море. Тогда обитали вокруг Арала, в Приарале, и Бухарский олень, и Сайгак, и Джиран, и Устьевский горный баран. Численность сайгаков, в частности, доходила на узбекской части территории до 650 тысяч голов. Где они теперь? Флористический состав дельты Амударьи, только Амударьи, составлял 638 видов высших растений. Ну, все знают о том, что в результате высыхания Арала, высыхание – это хорошее такое мягкое слово, катастрофа Арала. Все это практически исчезло. Красная книга пополнилась десятками видов животных и растений. В низовьях Амударьи, это очень одна из самых больших дельт в мире, исчезли сотни озер. 90% тугайных зарослей исчезли вместе с их обитателями. И их уже не вернуть. И все это, все эти процессы идут с нарастающим темпом. Ну, второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это горные экосистемы. Я думал, что об этом скажут наши таджикские коллеги или киргизские коллеги. Ну, там как-то вскользь это было сказано. В Центральной Азии расположены
такие грандиозные горные экосистемы, как Тяньшань, Памир, горные системы Алтай, Каракорум и другие. Наибольшая по площади – это Тяньшань. 2500 километров, как вы знаете. На горные системы, естественно, влияет изменение климата. Климатические изменения есть, от них не убежишь. И мы с тревогой наблюдаем, что все сильнее и интенсивнее они воздействуют на состояние горных экосистем. За последние 20-25 лет произошло существенное уменьшение количества осадков. В первую очередь в предгорных и горных регионах. Усилилась аридизация региона. По имеющимся данным, каждую минуту 9 квадратных метров плодородной земли региона превращается в пустыню. И половина из них – это на территории предгорных территориях. Одним из самых глобальных и опасных последствий таких процессов является интенсивное таяние ледников. То, о чем всегда наши таджикские коллеги говорят, и правильно говорят, за последние 40 лет 30% и даже больше ледниковой массы утеряно. В ближайшие 10 лет это приведет к сокращению водности основных водотоков Центральной Азии. Я уже не говорю о горных саях, которые пересохли и перестали существовать. Речь идет об амударье, полноводной, мощной амударье и сырдарье. Их водность сократится от 10 до 15%. Кроме того, на горных и предгорных территориях происходит деградация почвы. Основной фактор – это перевыпас скота. Вот Аня хороший слайд показала. Красивые деревья многолетние и травка внизу. Нет подлеска, это проблема, это уже не лес. Но у нас и травы нет. На месте, где была трава всего 5 лет назад, теперь 10-сантиметровый слой пыли от перевыпаса скота, в первую очередь коз и овец. Но сегодняшнее состояние и будущее, конечно, состояние горных экосистем напрямую зависит от деятельности человека. Фактор изменения климата – это природный фактор. С этим как-то все же природа справляется. Вот с влиянием человека она уже не способна справляться. В совокупности эти факторы приводят к сокращению биоразнообразия, уменьшению биомассы горных экосистем. И третье, поскольку несколько еще времени есть, я хотел бы обратить внимание на то, что мы живем в регионе, где огромные территории занимают пустыни. Это Кызылкумы, это Каракумы, это новая пустыня Аралкум на месте высохшего дна Райского моря. И там есть свои экосистемы, и они деградируют. И этим занимается, конечно, Институт пустынь в Туркменистане и другие научные учреждения. Но общественность об этом еще пока в достаточной степени не говорит и не озабочена. О других проблемах говорить, наверное, просто сейчас не стоит, потому что дай бог нам с этим разобраться. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Я же говорю, картина печальная очень, и вот у нас осталось не так много времени. Давайте теперь поговорим о том, что же делается и что самое главное нужно сделать для того, чтобы не ухудшать ситуацию. Например, вот, понятное дело, Европарламент принял закон о восстановлении природы в ЕС в этом году, и там они планируют до 30 года вернуть к природному состоянию 20% своей суши и водной территории. И уже сейчас в каждой из стран Евросоюза, например, вот в такой стране, как Латвия, там есть проблемы с крестьянскими хозяйствами, и им придется решать вопросы по восстановлению осушенных торфяных болот и так далее. И вот что же в этом, в этой связи делается у нас и что необходимо делать? Булат вот говорил о том, что все меры, которые сейчас как бы есть, они носят декларативный какой-то характер, а нужна более точная, более взвешенный подход. Давайте, Саид Расул,
Вы и продолжите в обратном порядке. Что делается и что, на ваш взгляд, нужно делать? Пожалуйста, тоже по 7 минут, не больше. Да, 7 минут, не 10, придется говорить быстро и сокращать. Ну хорошо, 10 давайте, по 10 минут. Но это будет очень долго, мы тогда не уложимся. Хорошо, да, немножко спасибо, задержимся здесь на 2 минуты. Конечно, это не первое поколение, которое сталкивается с проблемами деградации природной среды. Об этом еще Аристотель писал 2400 лет назад, когда козы съели все леса в горах на островах Греции. И поскольку человек все же существо разумное, надо не только изучать, но и планировать, и действовать. И я остановлюсь на двух проблемах, о которых говорил, что в этом плане делается, ну, в частности, в Узбекистане. За последние 5-6 лет, потому что, ну, все время что-то делалось, и сотни проектов по ПБАМ-1, ПБАМ-2, ПБАМ-3 реализованы были. Вот за последние 5-6 лет. Была принята программа облесения оралкумов, то есть высохшего дна Аральского моря. И за 3 года высажено 1 миллион, около 1 миллиона 800 тысяч гектаров. Это засеяно саксаулом, черкезом, кандымом и другими солеустойчивыми растениями с помощью самолета, дронов и других способов. И на огромных территориях, это сотни тысяч гектаров, высажены саженцы саксаула, 3-летние, 4-летние саженцы. Я сам втыкал эти саженцы и видел, как это делается. И за последние 30 лет под эгидой МФСА были программы сделаны, но такого масштаба пока мы не добивались. Приняты кабинетом министров, правительством нашим, комплексная программа по смягчению последствий Аральской катастрофы. 500 проектов вложены государственные деньги из бюджета. Больше 4 миллиардов долларов, если переводить в валюту повсеместную. Была программа принята и такая государственная программа по развитию региона Приорали, территории Каракал-Пакстан. Она выполнялась на протяжении 4 лет, с 17 по 21 год. Создан многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для Приоралей, первый в Центральной Азии, под эгидой ООН. Международный инновационный центр. Фонд поддержки инноваций в бассейне Аральского моря, куда влиты значительные средства. Это дает надежду на то, что проекты, которые под эгидой ООН реализуются, под эгидой МФСА, будут давать больше отдачи, чем это было в прошлые годы. Потому что там есть и контроль, и общественный контроль в том числе. Особую практическую значимость имеет принятие дорожной карты по реализации специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Узбекистана. Она была принята, тогда 60 государств стали соучастниками вот этой инициативы. И единогласно Генассамблея такую резолюцию приняла. Но резолюция резолюции уже надо реализовывать. Поэтому было принято постановление президента 5202, в котором утверждена дорожная карта. Она состоит из двух частей. Первая часть – это 71 мероприятие. Объем вложений в эти мероприятия – 312 миллиардов сомов, 22 миллиона долларов, 6 миллионов евро. И 65 проектов – это вторая часть дорожной карты. Объем финансирования – около 2 триллионов сомов. Но мы по этой программе работаем. В частности, комитет по вопросам развития природы и экологии ведет парламентский контроль и анализ делает выполнение этих программ. Мы ежемесячно получаем информацию и ежеквартально обсуждаем на заседаниях комитета. И
ставим задачи, очередные задачи перед исполнителями. То есть там практическая работа есть. И мало этого, мы с выездом на место еще смотрим, как идут дела на местах. Не все, конечно, гладко и на оценку 5, но дело движется. В этом смысле есть надежда, что эти усилия немножко смягчат, не в полной мере, но смягчат последствия райской катастрофы для окружающей среды и здоровья населения при Арале. Ну, аналогичные шаги предпринимаются в Казахстане, в Туркменистане, об этом, наверное, наши коллеги скажут. Если говорить о горных экосистемах, вот это проблема, которой надо заниматься в большей мере. У меня цифр нет, но есть несколько моментов, которые я хотел отметить. Для того, чтобы предметно и системно заниматься восстановлением, сохранением, восстановлением горных экосистем, нужно делать вклады в науку. Нам нужен хороший научный анализ и научные прогнозы возможности использования природных ресурсов горных территорий в краткосрочной, среднесрочной перспективе с учетом оценки влияния климата на их состояние. Есть еще задача создания трансграничных охраняемых территорий. Но здесь уже говорили о том, что границы они не по бассейнам и не по экосистемам были прочерчены, политические границы, а территории оказались разделенными на два и больше государств. Поэтому трансграничные охраняемые территории природные, они могли бы быть одним из факторов сохранения биоразнообразия в горах. И третье – это вот пример. Мы еще в начале 2000-х годов занимались этим вопросом, когда шли два проекта, больших проекта при поддержке ГЭФ ПРООН и второй проект при поддержке ТАСИС по Западному Тяньшаню. И консолидированные два проекта, они дали свои рекомендации по тому, чтобы создавать такие территории. К сожалению, все это осталось на бумаге. Такие территории могли бы быть созданы на северо-востоке Узбекистана с Казахстаном. Имеется в виду Чаткайский государственный биосферный заповедник Майдантал и Угам-Чаткайский, вторая часть этого заповедника, Башко-Золотайский. И на территории Казахстана Каратауский государственный природный заповедник, Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник и Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк. Это узбекско-казахское трансграничное образование могло быть. Подобные опыты можно создать также с Кыргызстаном и Таджикистаном. Но это дело будущего, и, конечно, здесь нужна не только наша экспертная оценка и предложение, но и политическая воля. Спасибо. Спасибо большое. Прежде чем продолжить, я бы хотела попросить всех вас, участники и уважаемые, заполнить форму по ссылке, которую я скинула в чат, и ответить на несколько вопросов. Это займет несколько минут вашего времени, а для нас это очень важно, это форма обратной связи, и это поможет улучшить нашу работу в дальнейшем. Продолжаем. Алихон, пожалуйста, что вы... Да. Спасибо. Я начну оттуда, откуда... Слышно меня? Слышно. Вот. Я начну оттуда, откуда Саид Расул закончил. Об особо охраняемых природных территориях. Мне бы хотелось сказать, что в Республике Таджикистан огромное внимание уделяется созданию и развитию особо охраняемых природных территорий. На сегодня общая площадь особо охраняемых природных территорий в Таджикистане составляет почти 3 миллиона гектар. Вот это порядка 30% территории Республики Таджикистан. Я думаю, такой огромной площади под особо охраняемые природные территории нет ни в одной из стран Центральной Азии на сегодня. И мне бы тут же хотелось сказать о возможности создания
трансграничных природоохранных территорий. Как раз с Узбекистаном у нас их нет де юре, но у нас есть они де факто. Две такие трансграничные, можно сказать, природоохранные территории. Это Заравшанский заказник Республики Таджикистан органично переходит в Заравшанский заповедник Республики Узбекистан. Вот. И наш Кусавлисайский заказник органично переходит в территорию Зааминского заповедника, я сейчас не знаю, национальный парк или заповедник, на территории Республики Узбекистан. То есть у нас фактически уже есть от чего отталкиваться для такой работы по созданию трансграничных природоохранных территорий, поскольку де-факто они уже существуют. Вот, с двух сторон природоохранная территория, где животные границ не признают и, естественно, ходят по всей территории. Вот, и, в принципе, это значительно увеличивает сам статус этих заповедников и возможность этих природоохранных территорий. И тут мне хотелось бы как раз перейти к вопросу о том, что я являюсь, ну, я возглавляю организацию, да, такую, где мы собрались, мы реальные природопользователи. Наша ассоциация занимается организацией трофейной охоты в Республике Таджикистан. Вот. И что такое трофейная охота? Давайте скажем, это когда человек приезжает в какую-то страну, чтобы добыть какое-то животное с трофеем. Что такое трофей? Трофей – это, ну, у нас, поскольку горные и копытные, это рога. И охотник хочет рога большие, поскольку это ярмарка тщеславия. Надо это признать. Мы работаем на ярмарке тщеславия. Вот. Ну, а большие рога у баранов и козлов за один день не вырастают. На это требуется значительное количество времени, от 7 до 10-12 лет. И чтобы он вырастил эти рога, ему надо создать комфортные условия. То есть надо полностью охранять его окружающую среду. И именно этим мы и занимаемся. У нас каждый год государство выделяет нам определенные научно обоснованные квоты на добычу животных. Мы привозим наших гостей, и за эти деньги мы охраняем эти территории. Мы проводим на них биотехнические мероприятия. Вот, мы создаем комфортные условия для животных. И чтобы не быть голословным, я хочу сказать, на момент развала СССР у нас в Таджикистане было порядка 80 тысяч голов памирского горного архара, иначе назовем баран Марко Поло. На сегодня его численность составляет порядка 26-28 тысяч голов, что отмечено в нашей красной книге. И особый успех, мне бы сказать, хотелось сказать, это о сохранении винторогого козла, численность которого в Даштижумском заповеднике на момент развала СССР составляла всего 120 голов. Вот, и на сегодня его численность составляет от 5 до 6 тысяч голов. Вот можете посмотреть за 30 лет, какой рост численности при правильной организации природопользования. И при этом он бы не развивались, эти виды, да, если бы не было хорошо сохраненной экосистемы. То, чем мы занимаемся. То есть баланс между природопользованием и сохранением экосистемы можно найти. Я не говорю, что везде нужно поголовно устроить трофейную охоту. Нет. Я привожу это только как один из примеров, один из вариантов природопользования. Только что вот уважаемый Саид Расул сказал о перевыпасе скота. Да, эта проблема есть, она и в Таджикистане существует, но в Таджикистане принят закон о пастбищах, который так или иначе регулирует природопользование со стороны скотоводов. Вот. Определены трассы перегонов, определены дорожные пастбища, происходит распределение пастбищ, и наша наука пытается урегулировать, сбалансировать нагрузку между использованием пастбищ и между поголовьем животных. Я не говорю, что всегда это удается, но такие работы есть. Это практика, это то, что я говорил в первой своей части, да, что я не могу быть сильным везде, поэтому я должен быть сильным где-то в одном месте. Просто таких организаций, людей, которые сильны в одном месте, будет по всей площади. Вот. И тогда мы, наверное, сделаем какие-то реальные изменения. Если каждый просто возьмет веник и подметет перед своим домом и не будет выбрасывать из окна автомобиля пустую баклажку на обочину дороги, что я вижу каждый божий день, ездя по нашим дорогам, да,
то, наверное, жить станет лучше, жить станет веселее. У меня все, я не буду занимать много времени. Спасибо. Спасибо вам, Алихон. Да, очень много, конечно. И то, что вы говорите, наверное, это правильно. Мы говорим здесь об глобальных процессах, а вот то, что мусор выбрасывают, это, конечно, для наших стран, ну, да, проблемы с мусором тоже, наверное, большие. Да, хотя вот знаете, у нас сейчас, мне очень нравится, по всем дорогам установлены вот такие экологические мусоросборники, да, вот, куда просто вот, они вот просто кричат о том, в виде бутылки они такое сделали, в виде баклажки, да, вот, и они просто кричат о том, что брось этот мусор в меня, они сделаны по всем нашим трассам, то есть наше правительство уделяет этому достаточно много внимания, пытается экологически воздействовать на людей, да. Теперь просто шаг от нас, от обывателей, нужен навстречу этим инициативам. Согласна с вами, да, и эти инициативы, наверное, нужно начинать из дома, чтобы научить ребенка не выбрасывать мусор из окна автомобиля или там где-то еще. Да, я согласна с вами. Пожалуйста, Кыргызстан, Анна, вам слово. Да, что спасибо делать? Большое. Да, спасибо, коллеги, постараюсь тоже быть емкой. Но вы знаете, вот мне кажется, когда мы говорим о том, что нужно делать, да, вот это тоже важный вопрос, потому что иногда нужно не делать ничего. Вот как бы странно это ни звучало. Потому что если есть эта самая экосистема, да, то ее нужно просто не трогать. Вот я понимаю, что для политиков, да, для многих это невозможно. Надо что-то сажать, куда-то бежать, да. Но иногда нам нужно вот этот принцип, да, некого вот этого неделания и дать возможность экосистеме самой восстановиться, это тоже необходимо. Вот с точки зрения посадок, вы знаете, у нас вот в стране просто объявляется периодически весной, там мы сажаем деревья. И каждую весну там порядка 6 миллионов мы должны посадить деревья и так далее. И вот с одной стороны, это замечательная инициатива, но с другой стороны, в ней есть большие достаточно сложности и риски, в том числе и для экосистем. Потому что сажать нужно не просто так, сажать нужно с умом. И вот когда мы говорим про, например, индикаторы, то основным индикатором у нас бывает количественное, ну, количество вот саженцев. Вот, уважаемый коллега говорил из Казахстана, что мы там часто сажаем, а потом смотрим и вроде ничего не видим. Я с ним полностью согласна, потому что ведь на самом деле нужно понимать, когда мы сажаем, что делаем и где нужно сажать. И вот мы периодически весной, да, перед вот этим вот моментом, да, когда собираются все вокруг чего-то сажать, пытаемся рассказывать, что, коллеги, ну, нужно осторожно. Вот, например, нужно сажать, во-первых, да, есть несколько принципов, которые обязательно важно соблюдать. Это вот для всех тех, кто вот нас слушает сегодня, да, вот обязательно возьмите себе это на заметку. Нужно сажать только местные виды. Местные виды растений, которые здесь, на этой территории адаптированы. Да, потому что если, например, мы будем сажать павловню или еще что-то, ну, это будут риски, опять же, в том числе для, или любые другие интродуценты, это будут риски для наших экосистем. Потом вопрос, где сажать. Конечно, можно посадить там везде, куда рука дотянется, но на самом деле это тоже не совсем верно. Нужно очень четко выбирать места. И для восстановления, например, леса нужно делать посадки на опушках. Я понимаю, что есть вот очень важный и интересный опыт в Узбекистане по посадке, вот то, что сейчас как раз говорили. Господи, быстро хотел сказать, да? Но и это хорошо, да? Но каждый раз, вот при каждой посадке мы должны понимать, что мы делаем. Это вот в контексте посадок. Теперь по поводу сохранения экосистем. Вот, с одной стороны, у нас в Кыргызстане есть закон об особо охраняемых природных территориях, как и во всех других странах. И не так давно внесли изменения в этот закон, согласно которому у органов местного самоуправления появилась возможность создавать микрозаповедники. То есть это некие территории, которые они отдают живой природе. Эти территории могут быть совсем небольшие, там, начиная там, от гектара или нескольких гектар, но тем не менее они сами заповедают эти территории. И вот когда возник вопрос реализации, да, того, а как это выполняется,
было подготовлено постановление правительства тогда, которое сделало эту инициативу в контексте реализации практически невозможной. Да? То есть вот с одной стороны мы видим замечательные вещи, да, а с другой стороны мы видим вот те сложности, с которыми мы сталкиваемся в реализации тех или иных инициатив. А перед всеми нашими странами сегодня стоит очень важная задача. В прошлом году была принята Кунминско-Монреальская программа действий в рамках Конвенции о биоразнообразии. И вот нам сейчас предстоит приоритеты по сохранению биоразнообразия или некие планы действий, стратегии обновлять. И вот мне кажется, что это очень важный момент, да, когда нам нужно будет подключиться, и в том числе общественным организациям, науке. Я здесь полностью поддерживаю, что нам нужно развивать науку, нам крайне нужна наука в этом контексте. Да, и вот нам нужно разработать эти приоритеты, чтобы они были действительно отвечали нуждам и потребностям. Ну, Таджикистану повезло, у них очень большие площади особо охраняемых территорий, у нас меньше гораздо. И задача Кыргызстана, чтобы дорастить эту площадь до 10% территории страны. Да? И вот мы как бы должны идти вот в этом направлении. А в рамках Кунминско-Монреальской программы, например, интегрирован индикатор, что 30% экосистем должно быть восстановлено. Вот опять же требуются эксперты, требуются ученые, которые нам скажут, а как восстанавливать? Потому что восстановление экосистем совсем непростая задача. И нам нужно понимать, а зачастую вот просто посадками, да, мы это не сделаем. Это очень сложный большой комплекс работ. Опять же, разрабатываются национальные адаптационные планы. Мне кажется, туда надо обязательно интегрировать вопросы, связанные с сохранением экосистем. Где-то это отдельно НАПы по биоразнообразию, по лесам. Ну вот в Кыргызстане, например, это отдельно НАП по биоразнообразию, по лесам. Потом вот есть инициатива IUCN по созданию Красной книги экосистем. Она такая пока в относительно зачаточном состоянии, но тем не менее, мне кажется, что нам тоже нужно взять ее на карандаш и подумать о том, а какие экосистемы нам нужно вносить, ну, в свою Красную книгу, да, как это мы можем реализовывать. Вот опять же в контексте того, что нужно делать. Трансграничные экосистемы, я совершенно согласна, нам они очень нужны, но я хотела еще вот в этом контексте, когда коллеги поднимали вопрос об ОПТ, поднять вопрос, что в последнее время в законодательстве наших стран меняется сама суть ОПТ. То есть если раньше это были территории, отданные природе, где ученые наблюдали за тем, как естественные процессы происходят в природе и могли сравнить с тем, что в уже измененной среде человеком, да, происходит, то сейчас все больше появляются, например, терминов, связанных с туризмом и так далее. Да? Вот здесь нужно тоже осторожнее. Если мы говорим про туризм, нам нужно понимать, какова должна быть нагрузка, да, рекреационная. Как это организовать без ущерба для экосистем, да, которые призваны сохранять ОПТ. Но вот, к сожалению, такой тренд есть. Поэтому здесь, наверное, про это важно подумать. Мне кажется, важно обратить внимание на миграционные коридоры, потому что действительно границы у нас становятся, сама инфраструктура границ, она меняется, и она становится более такой серьезной, и она становится преградой для многих мигрирующих видов. И вот здесь нам нужно тоже, наверное, как-то на уровне Центральной Азии про это думать. Я понимаю, что есть политические там всякие вопросы и сложности, но при этом вот как с животными. Вопросы, связанные с зоонозами. Тут тоже вот коллеги уже поднимали, действительно, в Центральной Азии это очаг, в том числе очаг природных инфекций, да, по крайней мере, вот в Кыргызстане это ряд очагов чумы, например, холеры, сибирской язвы, то есть есть очень опасные заболевания, да, которые непосредственно вот очаговый такой характер. И разрушение экосистем приводит к тому, что они действительно начинают все больше влиять на человеческую популяцию. Об этом как раз Булат тоже показывал, да, на своем слайде. Ну и еще, что нужно делать? Меня обнадежило, на самом деле, вот за последние
ну, сколько-то лет, да, я вижу, очень активно развивается пермакультура. Да, то есть это когда сельское хозяйство, да, меняется, и оно становится, уходит от монокультуры, да, к выращиванию таких вот поликультуры, да, к выращиванию многих видов растений, да, вот на одной территории. Мне кажется, что это символ надежды, да, это может быть устойчиво, и надо, мне кажется, это развивать. Конечно, устойчивое использование пастбищ. Вот наш регион, это крайне важно. У нас меняется структура стада, например, в стране. Несмотря на принятый закон о пастбищах, к сожалению, реализация оставляет желать лучшего. И необходимо обучать пастбищепользователей, в том числе нагрузки максимальные на пастбище, как даже визуально, да, можно сказать, достаточно или недостаточно, можно выпускать сейчас или нет, или нужно уже там, минимизировать воздействие скота, да, и так далее. И все это так или иначе, да, оно связано с образованием. Мне кажется, что вот вопросы, связанные с образованием, с вот этими новыми зелеными навыками, которые нам нужны, а это специалисты, например, по восстановлению экосистем, которых пока нет, да, но они крайне важны для мира, для Центральной Азии, для Кыргызстана сегодня. Это специалисты, которые сочетают в себе много новых вопросов. Да? Это климатолог, например, и эколог, человек, который разбирается там, в биоразнообразии, в экосистемах, и вот это в одном. Да? Это, например, тот же природопользователь, но с основами и с пониманием того, что такое экосистема. Это люди, которые могут восстанавливать почвы, да, например, потому что деградация почв – колоссальная проблема сегодня в Центральной Азии. Ну и так далее. Но мне кажется, что вот вопросы, связанные с зеленым образованием, с новыми специальностями, которые должны возникать, в том числе вот в ответ на потребности и нужды, о которых мы сегодня говорили, это тоже одна из таких точек преткновения, которые нам крайне важно учитывать. Спасибо большое. Большое, Анна. Арман, пожалуйста, ваши рекомендации, ваше видение, вам слово. Да, ну, как вот коллеги говорили, не хочется повторяться, но в основе, конечно, это лежит формирование культуры с населения. Мы зачастую, значит, видим, являемся свидетелями фактов, как население там относится к те же тюлени, да, на Каспии. Сегодня они уже включены в Красную книгу. В 2020 году Казахстан, значит, в свою Красную книгу внес. Сейчас уже стоит вопрос, скажем так, создания резервата особо охраняемой природной территории. Вот. Потому что воспитание, оно должно как бы с детства воспитываться. Такое чувство сопричастности человека, ребенка к природе. Вот. Очень много было сказано о практиках, которые применяются сегодня вот у наших коллег, наших соседей. В последнее время все чаще слышу, тоже радуюсь, наверное. Надо продвигать эти устойчивые практики и делиться информацией для того, чтобы у себя, значит, в национальной политике вносить соответствующие, значит, изменения. Значит, непосредственно по мерам, национальным мерам тоже в Казахстане принимается ряд мер национальным, это и по адаптации к изменению климата, развитие там зеленых технологий и так далее. Но вместе с тем, по-прежнему мы являемся свидетелем того, что они носят фрагментарный характер. То есть, если речь идет, скажем так, о вопросах развития там, скажем так, водного хозяйства, да, не учитываются, или рыбного хозяйства, не учитываются вопросы водного хозяйства. В сельском хозяйстве очень много вопросов к сельскому хозяйству. Вот тоже надо продвигать вот эти вот практики, агроэкологические подходы, лесовосстановление, вот, управление пастбищами, контролируемый вот выпас. Вот. Меры по адаптации климата тоже очень важны. Мы должны адаптироваться, несмотря
уровень адаптации, по сути, вот по моему мнению, он является такой основополагающий. То есть природа, да, животные в состоянии естественной свободы, они адаптируются для того, чтобы гармонично, значит, гармонично развиваться, выживать. Значит, надо адаптироваться к изменяющимся условиям, а не пытаться, значит, всем этим управлять. Ну вот у нас такое общее наследие, советское прошлое, мы пытаемся подчинить природу вместо того, чтобы использовать, скажем так, эти блага и более, значит, правильно направить их в правильное русло. Надо развивать, значит, исследования, это очень важно. Они должны направлены быть на развитие методов восстановления окружающей среды, среды обитания, методы вообще устойчивого управления ресурсами. То есть должны быть выработаны критерии, скажем так, критические вот такие вот индикаторы, которые будут сдерживать, скажем так, сдерживать, значит, чрезмерную вот такую антропогенную нагрузку. Вот. Что касается восстановления экосистем, ну, Казахстан в этой части хотелось бы затронуть вот водные экосистемы. Большие проблемы, потому что мы являемся, находимся внизу. Все проблемы, скажем так, комплекс проблем, который возникает по управлению водными ресурсами страны в верхнем течении, мы как бы пожинаем, скажем так, плоды. Вместе с тем у нас, например, в национальном законодательстве, ну, сейчас экологически новый водный кодекс рассматривается, будет принят. Отсутствует, вот я посмотрел, вообще мониторинг по водно-болотным угодьям, в то время как этому тоже надо уделять большое внимание. Вот, тоже недооценен вклад. Вот. Вот такого рода. Ну и в целом большие, значит, в национальном законодательстве большие пробелы вот во фрагментарности управления, как я говорил. Об этом тоже говорил Булат Камалбекович. Отсутствует, значит, надо внедрять принципы Nature-based solutions, которые включают, значит, в себя зеленую инфраструктуру. По сути, развитие городов, развитие территории у нас связано с тем, что мы пытаемся все это переделать, уничтожая естественную среду, создавая вот искусственную. Ну, как, так как во всем мире как бы пытаются интегрировать, наоборот, искусственную среду, интегрируют в естественную для того, чтобы получать наибольшее объем, да, этого вклада природой. Очень интересный вклад, например, того же Кыргызстана, да, по, значит, учету природного капитала лесного хозяйства, идентифицирован был, там тоже очень важно. У нас, к сожалению, пока в этом направлении ничего не делается. Надо изменить систему национальных счетов. Ну, стимулировать исследования, стимулировать внедрение новых технологий необходимо, приобщать, значит, население. Вот эти вот, на самом деле, вот эти вот нерадужные перспективы, да, истощение экосистем, связанные с миграцией, связанные с конфликтами, транснациональными конфликтами, они, значит, должны нас уже, значит, остановить, стимулировать к тому, чтобы принимать такие совместные действия, да, для того, чтобы пересмотреть вообще свою жизнь. Спасибо большое. Такого рода. Из того, что не было сказано, я присоединяюсь. Спасибо огромное вам за ваши рекомендации. Булат, вы начали, вы завершаете. У нас уже время нашей сессии завершено. Но вам предоставляю 5 минут на то, чтобы завершить, если у вас есть что сказать, конечно, есть. И тогда уже мы завершим нашу встречу. Пожалуйста, Булат. Да, спасибо всем за участие. Я думаю, что это очень была хорошая дискуссия у нас. К сожалению, надо время планировать побольше, чтобы участники тоже могли выступить и вопросы задать. Значит, я скажу, что вот в отношении сохранения природной основы для жизни людей, я не говорю для экономики,
а вообще для жизни, потому что она под угрозой. И вот то, что говорила Алихон, это на самом деле есть очень серьезные доклады, особенно последние годы, которые говорят о том, что мы серьезно... То есть таких изменений, которые сейчас происходят на глобальном уровне, их не было и за всю историю человечества, за всю историю жизни планеты. То есть мы очень быстро можем разрушить условия для жизни людей, биосферу, то есть глобальную экосистему, вот этими нашими локальными действиями, такими как Аральское море, Балхаш, горные экосистемы и ореховые леса и так далее, потому что все глобальное равновесие экологическое, оно держится на вот этих локальных природных процессах. И мы это очень быстро разрушаем, продолжаем разрушать, при этом как бы говоря о Парижском соглашении, принимая программы по сокращению выбросов, по биоразнообразию и так далее, все это недостаточно. Есть одна, у Виктора Георгиевича Горшкова, есть, он вообще гений, к сожалению, умер 2 года назад, значит, более года назад. Он посчитал, что необходимо сделать, чтобы сохранить жизнь на Земле, то есть жизнь человека. То есть планеты, животные, растения будут продолжать жизнь, но человек живет в очень узком диапазоне вот этих параметров, которые изменятся, и человечеству не будет места для жизни. И он посчитал, что необходимо 50% территории не трогать планеты Земля. То есть вернуть природу половину, сейчас есть глобальный такой процесс, он нарастает. Это одно из следствий его, то, что Европа приняла закон, Евросоюз, значит, восстановить 30% природных экосистем. Этого мало, 50%. Есть и более точное исследование, в этом году оно было сделано. Там мы посчитали, значит, международный альянс институтов, научных центров, посчитали 46% территории планеты Земля мы должны освободить для вот этого, для деятельности природы, для биотической регуляции, которая поддерживает жизнь. То есть на оставшейся территории мы можем делать что угодно: выращивать скот, производить энергию, строить дома, дороги и так далее, месторождения. Но вот этих 46% мы должны отдать. И это условие, которое, как бы, это вот я приведу пример с домом многоэтажным, приведу пример с деревом. То есть если мы рвем, ломаем ветки этого дерева для отопления, или там плоды для еды, или там листья для лекарств, или для кислорода, но мы его собираем все больше и больше. Мы уже добрались до корней, и это дерево погибнет. То есть мы нарушаем вот эти все условия, в которых мы живем. Поэтому подход должен быть такой же, как климатическое соглашение. То есть определили, что вот 1,5-2% – это тот предел, за которым будет коллапс, глобальный коллапс, как говорил генсек ООН, бедствие, невиданное прежде человечеству. Так вот, мы должны такую же работу провести в рамках Конвенции по биоразнообразию. Она, к сожалению, совершенно слабая, беспомощная. Они должны провести работу, какую часть природы мы должны вернуть в конкретных параметрах. То есть вот была такая сделана оценка, в 2000 годах мы участвовали как РЭЦ, значит, глобальная оценка экосистемных услуг. Она, конечно, была первым шагом, но вот ее надо продолжить, чтобы определить, какие конкретные участки, в частности, в Центральной Азии, горные экосистемы, пойменные леса, тугаи, значит, водоболотные угодья должны быть сохранены. Они должны быть под контролем глобальной программы. Глобального соглашения нового, такого соглашения нет. Глобальной программы, не той, которая сегодня есть в ЮНЕП, глобального финансового механизма, о котором говорил Арман, что стоимость экосистемных услуг оценена в 125 триллионов долларов, это больше 25 раз, чем все нефть и газ на планете. То есть экосистемные услуги, они стоят намного дороже, они не измеряются вообще в деньгах, как измерить, например, в деньгах по вес, например, шерсть и мясо вашего любимого питомца. То есть понятно, что экономические оценки, они сегодня неприменимы к этой работе, поэтому должны быть физические параметры определены, границы определены, закреплены соглашениями на уровне Центральной Азии, конвенций, не той, которая была по устойчивому развитию, закреплены специальным механизмом глобального финансирования этих программ, потому что если мы не позволяем местным жителям рубить лес, то мы или там на дрова, то мы должны компенсировать это с помощью солнечной энергии и так далее. То есть глобальный механизм, который сегодня на уровне национальном уровне, на уровне стран Таджикистана, Кыргызстана, других стран невозможно сделать. То есть под контролем, с помощью финансирования, с помощью образования, с
с помощью, значит, информации и так далее, обучения. То есть вот такой механизм надо создать. Поэтому вот эти всем природным территориям, которые имеют глобально значимое значение для, вообще для биосферы, они, им должен придан статус закона. Законов глобального, как соглашение, законов национальных. Причем он статус должен быть такой же, как примерно особо охраняемой территории. То есть нельзя там, значит, туда вторгаться, ломать, строить. Даже вот сейчас была большая дискуссия по туризму. Туризм, конечно, это людям нужен, важен и так далее, но не в этих территориях. То есть где-то он должен быть такой, как говорят, экотуризм. Хотя по нему тоже есть много вопросов. То есть национальные законы должны быть приняты, национальная система управления должна быть тоже приняты для того, чтобы мы могли принимать решения экономические по новым программам экономическим, будь ли это добыча энергии или там еды и так далее. Они должны быть основаны на природных решениях. Вот это вот Nature-Based Solution, оно должно быть в основе вообще будущих стратегических программ. Оно должно быть главным условием любой программы, будь ли это освоение территории, месторождения, дома, значит, пастбища или там, значит, энергия. Поэтому здесь вот это, как бы вот эти все рецепты, мы 2 года назад их написали как бы тезисно, но вообще они должны быть приняты. И значит, это должно быть принято, не дожидаясь, когда массово все там 7 миллиардов человек осознают это, поймут и начнут вот там не выбрасывать мусор и так далее. То, что нужно делать, как еще раз повторяю, Алихон говорит, каждый должен делать на своем месте свою работу. Но, к сожалению, мы на нашем уровне не можем никогда понять вот этот глобальный механизм, мы не в состоянии его понять, как есть законы коммунера, часть никогда не может знать то, что знает целое. То есть мы должны на глобальном уровне с помощью наших ведущих научных центров определить вот эти пределы, установить самые главные базовые точки для сохранения жизни человека и затем довести через законы, механизмы, финансы, в том числе пропаганда, образование до всех, до самого низу, с вовлечением людей, чтобы люди тоже понимали, что это не концлагерь, а что это необходимо для того, чтобы они могли просто дальше жить. То есть эти все рецепты прописаны, тут никаких даже ноу-хау нет, нужно это делать на глобальном уровне, к сожалению. Среди конвенций ООН до сих пор существует как бы конкуренция. Представьте себе, за 30 лет существования 2 конвенций по биоразнообразию и климату они только раз встретились. Они находятся в здании ООН, в одной как бы семейной организации. Они конфликтуют и конкурируют за ресурсы, за гранты, за бюджеты и так далее. Поэтому здесь вот этот подход, он должен быть преодолен. То есть на глобальном уровне преодолен, на национальном уровне, на региональном уровне. На региональном уровне вот эта программа, которая у нас будет, соглашение по сохранению вот этих глобально значимых экосистем, приданием их статуса особо охраняемых природных территорий и финансовым механизмом, он должен быть еще поддержан механизмом координации. Конечно, не тем, который есть МФСА или МКУР и так далее. Это совершенно как бы декорация. Спасибо. Спасибо большое, Булат. Я вот, знаете, то, что вы сейчас сказали про то, что конкуренция между структурами, которые расположены в одном здании. И вот мне кажется, что это основная проблема того, что вроде бы мы воочию видим все, что происходит, вроде бы все понимают, но, как показывает наше наблюдение, понимают, но, может быть, далеко не все. Лола, вот да. это результат нашей разделенности. Мы до сих пор считаем, что мы как бы сами по себе существуем. Каждая страна отдельно, каждый человек отдельно. Это наше понимание, непонимание нашего единства и целостности. Не только между людьми и странами, но с природой. Оно идет оттуда. Вот этот весь механизм, когда Минэнерго, Минсельхоз, Минобразование раздельно действуют, конкурируют за бюджеты. Он существует на глобальном уровне и существует на уровне семьи. Мы с соседями не можем объединиться. Поэтому чтобы это все привести, нам нужен механизм принуждения до того времени, пока мы дорастем. Вот поэтому и вам, вот экологам, наверное, сейчас нужно быть флаг в руки, и сейчас вам нужно об этом привлечь побольше. Мне кажется, что вот кто может рупором вашим быть? Это журналисты, это СМИ. Очень важно, чтобы вы доносили через вот эти СМИ все, что у вас есть, все ваши наработки и так далее. Потому что человечество испокон веков привыкло к тому, чтобы добывать бензин, добывать уголь, топить печки, ездить на автомобилях и так далее и тому подобное. А вот где найти компромисс между сохранением природных экосистем и хозяйственной деятельностью и выживанием человека – это должны делать, показать, наверное, вот ученые, экологи и так далее. Спасибо большое вам всем за участие. Я вот вижу, руку поднял господин Мурадов.
И у нас есть тут вопросы. Я вот хочу на два вопроса ответить. Вот у члена Национальной климатической сети Узбекистана Ли Татьяны, наверное, вопрос. Все интересно, но вопрос: все высказывания экспертов для нас в образовательных целях или эта платформа имеет право готовить конкретный документ для продвижения в каждой стране? Я надеюсь, что вот у Булата есть очень хорошая платформа, да, где все работают, экологи и так далее. Спасибо за то, что меня тоже включили в эту платформу. Я надеюсь, что... И еще один вопрос у нас там сверху был задан Есетом Тенисбаевым по поводу качества воды, да, с очисткой воды. Я думаю, что это тема для наших следующих экспертных встреч. Спасибо большое за подсказку. И последний вопрос, буквально 2 минуты, потому что мы уже на 12 минут занимаем время этой нашей платформы. Пожалуйста, господин Муратов, вам слово. Не слышно вас, мы не слышим вашего голоса. Пожалуйста, включите, у вас почему-то показывает. Да, вы выключили, но как... не слышно, нет, не слышно. Нет, нет, я не слышу. Кто-нибудь слышит? Нет, вас не слышно. Шкадакян, не слышно вас. Микрофон включите. Нет, микрофон включается, но, к сожалению, почему-то, да, мы не слышим. Лола, я, когда вы разошлете запись, ссылку на запись, я отправлю ее в эту нашу платформу и сделаю вот эти вот рекомендации, которые мы все говорили. Спасибо большое, Булат, да, я знаю, что вы очень хорошо работаете, да. Но нет, к сожалению, очень жаль, что мы вас не слышим. Татьяна, напишите в чат. Мы да, там, еще есть 1 минута, чтобы начать. Я думаю, что если вы, да, мы будем, я же говорю, что наша платформа намеревается ежемесячно, один раз в месяц мы будем делать такие экспертные встречи. И темой вот наших дальнейших встреч будет как раз-таки все, что связано с проблемами экологии в странах Центральной Азии. Спасибо большое всем вам за участие. Я благодарю всех наших уважаемых участников, экспертов. И напоминаю, что сегодня с нами на связи эксперты из Казахстана Булат Есекин и Арман Утепов, из Бишкека Анна Кириленко, Алихон Латифи был из Душанбе, Саид Расул Сангинов из Узбекистана. Спасибо огромное всем. Я желаю вам мира и добра и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания.